Риус. Опять ничего нового, только возвращение старого. Какой знакомый комментарий, да? Стоит игрокам узнать о том, что готовится новый сезон или дополнение, в котором они разглядели старые пушки, как тут, комментарии просто утопают в подобных сообщениях. Хорошо это или плохо, сегодня говорить не будем, тема, конечно, слишком острая, но так или иначе, многим игрокам, которые не играли в первую часть, в общем-то, все равно. Для них каждый такой возвращенец будет просто новым экзотом. Ну и даже ветеранам из первой Destiny может не хватать любимых оружий в арсенале. Стоит только начать этот разговор с кем-то, кто играл с запоем в оригинальную игру, как тут же начнутся сопливые байки про Галахорн и Векс. Да что там? Я и сам иногда присаживаюсь с этой темой на уши своим тиммейтам. Сегодня я решил зайти чуть дальше и рассказать все эти охренительные истории своим зрителям. Расскажу о нескольких пушках, которые все еще не возвращены из первой части, но которые было бы здорово тут увидеть, или которые просто хорошо запомнились игрокам. Коротко расскажу их особенности, поделюсь личными воспоминаниями, может быть, ну и так, в общем, постараюсь сделать интересно. Вообще, когда я сел работать над этим видео, я думал, что в сиквел перенесли уже 80% всех экзотов. Но на самом же деле не перенесли и половины. Сначала вынесем за скобки экзотическую винтовку Vex Mifoclast. Это рейдовая плазменная винтовка, которая по своей манере стрельбы скорее напоминает какой-то автомат-бластер из Halo. Экзот этот невероятно важен для Destiny, и с 99% вероятностью оружие появится во второй части вместе с рейдом Vault of Glass в следующем сезоне. Да что уж там, точно появится. И именно поэтому сейчас я не стану останавливаться на нем надолго, просто скажу, будет отдельное видео об этой пушке, на вроде того, что я делал про Хок Мун перед его возвращением, вам вроде тогда понравилось. Первым же экзотиком, о котором я хотел поговорить в этом видео, станет винтовка разведчика Тлалок. Думаю, что те, кто пользовался ей в первой части, не станут спорить, что она была лучшей скауткой, что в PvP, что в PvE. Что же в ней такого особенного? Весь прикол был в том, что ее перк это фактически излишки на стероидах. Как только ваш супер был полностью заряжен, винтовка получала значительный баф к скорости стрельбы, перезарядки, понижалась ее отдача почти в ноль, и она раскладывала стражей или мобов просто на раз. Учитывая то, что в первой части Destiny супер восстанавливался раза в два быстрее, чем в сиквеле, винтовка играла более чем. И Варлок с ней был просто машиной. Да, кстати, именно Варлок. Титан и Охотник просто не могли ей пользоваться. В первой части однажды появился квест на классовый экзот. У Титанов им стал автомат Fabian Strategy, весьма посредственный. У Охотников знакомый нам пиковый туз, который тоже на самом деле не особо тогда заиграл, потому что, ну, зачем нам нужен был экзотический Фейтбрингер? Ну а вот Варлокам повезло так повезло. До сих пор, когда я играю в первую часть за Варлока, обязательно беру эту винтовку. Кстати, как вам вообще идея классовых экзотов? Например, такие пушки можно было бы ввести в рамках вот ивента Игры Стражей, вся суть которых как раз в классовой гонке. Победили Титаны, вот вам автомат, победили Варлоки, вот вам Тлалок. Представляете, как бы все тогда грызлись за право обладания эксклюзивным экзотом на целый год. Банджи, вы там пометьте где-нибудь себе карандашиком идейку, хоть легендарочкой эксклюзивной побалуете, но... Второй экзот, который я не мог обделить вниманием, это великая и ужасная снайперка Icebreaker. Сколько раз эта винтовка спасала стражей в самых разных сценариях. Ее главной особенностью было то, что экзот создавал патроны в магазин прямо из воздуха. Вам не нужно было стрелять, не нужно было подбирать пачки патронов, вам нужно было просто подождать, и пулька появлялась в вашем магазине. На рейдах это позволяло игрокам сидеть в безопасных зонах и отстреливать мобов бесконечно долго. А в PvP
Ну, сначала она не особо использовалась, потому что экономика зеленых патронов позволяла играть с нормальными снайпами. А вот потом, когда пульки забрали и сделали систему спешл патронов примерно такой, как она сейчас выглядит в Destiny 2, тогда мы и пересели на брикеты. Патроны были «стреляй, не хочу». Я так и осирисы закрывал, и в сумрачные налеты ходил. Классное было дело. Не уверен, можем ли мы рассчитывать на возвращение этой снайпы. Уверен, опять найдется плотная дискуссия о том, а не дисбалансно ли это. Но я бы был, конечно, рад. Двигаемся дальше. Была такая плазменная винтовка. Pocket Infinity. Многострадальная винтовка. Почему? Объясняю. Во-первых, немного о функциях. Работала эта плазменная винтовка в полностью автоматическом режиме, и, глядя на нее сейчас, можно сравнить Pocket Infinity с Бастионом, моей любимой плазменной винтовкой из второй части. Только вот кое-что в ней было и от Телеста. Знаете, особенность такая. Вечно ломаться. Да, как-то так вышло, что уж с плазменками разработчикам не везет с самого начала. Сейчас каждый день находят новые и новые баги с Телеста, что стало уже мемом. А тогда все было чуть проще. Баги встречались в десятки раз реже, и оттого, пожалуй, они были только более запоминающимися. Короче, винтовку регулярно клинило. И клинит до сих пор. То два выстрела делает, то четыре, то два с долгим интервалом. Короче, использовать это просто невозможно, никакой стабильности. Хотя в то время, когда она все же работала, в PvP с нее раздавать получалось здорово. Ах да, в первой части тоже был однажды массовый сансет всего снаряжения, включая, кстати, и экзоты. Представляете, вы в какой-то момент просто не можете поднять свой экзот, который долго выбивали до актуального уровня силы. Так вот, потом их нужно было вновь выбивать из-за этого и прокачивать. Обновили тогда порог силы для всего экзотического снаряжения и оружия, кроме той самой Pocket Infinity. Видимо, потому что поломалась так сильно, что и не починишь. Ну и, как видим, теоретически ее вернули во вторую часть, только в ином виде. Хотя, по правде говоря, внешний вид Pocket Infinity мне куда ближе. Вся тема военного разума обладает яркой эстетикой. Так что я был бы рад, если бы увидел фьюженку, выглядящую как Pocket Infinity, но с каким-нибудь оригинальным, необычным перком. Например, на 100% создание сфер Распутина. Про следующий экзот я слышу в комментариях довольно часто. No Land Beyond. Пожалуй, самая самобытная экзотическая снайперка за всю историю Destiny. В первой части она как минимум выделялась лишь потому, что ставилась в первый слот, а тогда снайперки все были только на спешл патронах и во второй слот. Тут вдруг снайпа на белых пульках в первый слот, да еще и не слабее большинства других винтовок. В голову также ваншотила стражей в PvP, а больше ничего и не надо. Но для многих игра с этой винтовкой была недостижимым мастерством каким-то. Далеко не всем было удобно играть с однозарядным оружием без нормальной оптики и с обычным прицелом мушкой. Однако, если вы привыкли к нему, играть становилось дико весело. Чему вот подтверждение в моем древнем видео на фоне. Я прям с кайфом вспоминаю, как часто брал эту снайпу в первой части и в состязательные плейлисты. Безумно был бы рад увидеть эту снайпу в сиквеле не только в руках у Девримаке. Ну а пока я писал это видео, на форчане всплыла очередная порция слухов и утечек по грядущему сезону. И вот там как раз раскрывается о якобы возвращении еще одного экзота из первой части. Пулемета Super Good Advice. По правде говоря, этот пулемет один из самых спорных экзотов в игре был одно время. Изначально пулемет не использовался лишь в одной активности. Во все том же рейде «Хрустальный чертог». Все потому, что основной перк этого пулемета практически со 100% вероятностью возвращал все патроны, которые не попадали в цель. А поскольку на рейде был этап, на котором необходимо было расстреливать оракулы, которые не считались за попадание, игроки просто могли не переживать за наличие тяжелых боеприпасов. Позже пулемет еще чуть бафали, улучшали ему стабильность, слегка меняли свойства перка. Но суть его не поменялась, и пулемет не был особо популярным у игроков.
Низкий урон, плохая точность стрельбы, в общем, все было как-то неудачно с этим оружием. Так что если слухи о том, что этот экзот собираются возвращать во вторую часть, правдивы, то я очень надеюсь, что все пойдет по уже намеченному сценарию. Когда Банжи возвращают старые экзоты в плане внешности, но значительно меняют их особенности. В данном случае это было бы просто необходимо. Вообще, такое вот видео про экзоты из первой части, которые еще не появились во второй, могло бы длиться и час, и больше. Дед забыл выпить таблетки и стал рассказывать, как он стрелял с план С и так далее. Но я предлагаю на этом остановиться сейчас. Если вдруг это видео наберет достаточно просмотров, лайков, то я вернусь к этой теме еще раз и расскажу про другие экзоты, может быть, про экзоты из брони. А пока прощаюсь. Спасибо за просмотр, Страж, и до связи. Про Галахорн я специально не сказал, ребят. Я про него не забыл. Конечно же, не забыл.